Друзья, дорогие, мы от всего сердца скажем слава Тебе, наш Господь. Я смотрю и удивляюсь, ведь это ж не так просто, друзья дорогие. Апостол Павел говорит, устроивший дом, есть кто? Бог. Моисей как служитель в Доме Божьем, а Христос как Сын в Доме Его, Дом же Его мы. Но при каком условии? Если только упование, которым мы хвалимся, твердо сохраним до конца, скажем, аминь, твердо. И апостол Петр говорит о том, об этом доме, что и вы, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, слава нашему Господу, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, кем? Иисусом Христом, слава нашему Господу. Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Слава нашему Господу! Какой великий акт! Каждый из нас живой камень, и в каждом живет Дух Святой, и каждый старается свой сосуд хранить в чистоте и чести, чтобы приносить благоприятные жертвы нашему Господу через Иисуса Христа Богу. Скажем слава нашему Господу. Друзья дорогие, здесь Господь. И об этом апостол Павел так хорошо пишет, я сокращаю время. Он говорит, где Дух Господень, там свобода. Скажем слава нашему Господу. Здесь Дух Господень, тут свобода. А теперь в этой свободе мы имеем контакт лично с нашим Господом. Я верю, что мы большое благословение сегодня переживем здесь. И апостол Павел продолжает эту речь. И мы все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся. Идет процесс преображения сейчас, скажем, слава нашему Господу. Мы преображаемся от славы в славу, как от Господня Духа. Слава Господу, что это слово «все» здесь фигурирует. Господь никого не хочет оставить вне. Он всех нас хочет благословить. И если мы скажем «Господи, преисполни нас Твоей любовью», Он это сделает. Еще несколько слов. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, в нерукотворных храмах живет. В каждом сердце из нас здесь предстоящем, мы скажем слава нашему Господу. Вы так внутренней молитвой, кто крещен Духом Святым, молитвой Духом Святым скажите, Господи, сегодня, сейчас, я хочу, чтобы Ты все препоны и рогатки, все то, что меня отделяет от Тебя, разрушил, чтобы этот скверный мир, который стучит и в глаза, и в ухо, чтобы он был от нас удален, чтобы мы, как живые камни, устроялись в это жилище. И вот храм Божий, он состоит камней, а каждый камень тоже храм. Кто скажет, этот храм, этим храмом хочу я лично быть пред Господом и славить от всего сердца. И сказать, как сказал Давид, душа моя восторгается к Богу живому. Пусть Господь сегодня сделает это святое посещение с каждым из нас. Аминь.